Эти кадры сняты сегодня в самом центре города. Ресторан «Терем» недалеко от площади Свободы загорелся около половины четвертого утра. Огонь вспыхнул на втором этаже этого ресторана. Пламя быстро распространилось по деревянному зданию. Спасателям понадобилось 3 часа для того, чтобы справиться с пожаром. Принимали решение и тушили уже с выставных автолестниц, потому что внутрь здания войти было невозможно. В любой момент, а там и было обрушение между первым и вторым этажом, потому что была угроза жизни наших ребят. С утра на месте происшествия много правоохранителей. Рабочие разбирают на пожарище обуглившиеся бревна и мебель. За происходящим наблюдает и директор коммунального предприятия «Харьковгорлифт» Анатолий Кандауров. К сгоревшему ресторану он имеет непосредственное отношение. Боже, ну ты им объясни, что у меня проблема. Я не могу. У меня ресторан сегодня ночью сожгли, я в саду. Владелец заведения говорит, ресторан был построен без единого гвоздя, только дерево. Анатолий Кандауров уверен, терем подожгли, но кто мог сделать это, не подозревает. С этой стороны вот сюда бросили и здесь отсюда. А утром был ветер, и ветер понес по всем зданию. Но это кислота, все оно такое быстро горит, и ничего нельзя было сделать. У меня врагов нет. Я ни с чем не связываю. Сегодня много горит, всего везде. Что могло привести к возгоранию и имел ли место поджог, будут устанавливать правоохранители. Сотрудники милиции собирают показания свидетелей и вещдоки и ждут результатов экспертиз. Ксения Бай, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».